Всем хай! С вами я, Стив Про, и сегодня я покажу вам модификацию, добавляющую воздушный шар в Minecraft Pocket Edition. Модификация довольно нестандартная и в своем роде необычная. К сожалению, у нее я уже нашел один минус. Все игровые объекты, которые были изменены в данной модификации, не были изменены их вещи. То есть, друзья, к примеру, яйцо спавна инфрита, которое нам добавляет воздушный шар, не было изменено на сам воздушный шар. Говорю какими-то загадками, но, друзья, все это остается фактом. Давайте мы посмотрим на этот воздушный шар. Вот так он выглядит, как видите, прорисован просто замечательно. Посмотрите на его текстурки. Ну, вот это смотреть не надо. Допустим, мы этого не видели, да, друзья? Да и до этого мы не видели. Собственно, по идее, текстуры, правда, очень красивые. И почему же ты двигаешься? Ух ты. Ладно, друзья. Собственно, видим вот такой... Да, ёшкин ты кот. Ладно, зайдем подальше. Вот такой воздушный шар, который, правда, очень красиво выглядит. Собственно, друзья, сначала рекомендую вам залезть в него, прежде чем его активировать, иначе вы просто не успеете за ним убежать, как это у меня случилось первый раз. Я его поставил, зарядил, и он у меня улетел с очень бешеной скоростью, тогда я его просто не смог, он летел быстрее меня, чем я летел в режиме креатива. Так, друзья, не обращайте внимания, сейчас мы немножко изменим посадочку, и вот так наш персонаж, не так, вот так сидит, в этом воздушном шаре. Но, по идее, все выглядит без багов. Теперь нам остается его поднять в небо. Для этого нам понадобится взять яйцо, которое, к сожалению, не было изменено. Но смог его найти по файлам в этом аддоне. И, друзья, собственно, кидаем наш воздушный шар. И он летит с бешеной скоростью. И мы им также можем управлять. К сожалению, спустится он только тогда, когда у него закончится это самое топливо. Ну а я вам скажу, что улетит он довольно далеко и очень-очень высоко, и спускаться на нем вы будете так же долго. Видите, друзья, все проработано довольно хорошо, но я не помню, чтобы данные воздушные шары так быстро поднимались в небо и так долго летели. Мне кажется, на такой высоте бы в реальной жизни он уже давно бы лопнул, и люди, находящие в нем, бы уже давно-давно погибли. Но все же это игра, и судить о ее неточностях мы не можем. Ну, факт остается фактом, что текстурки просто замечательные. Хотя, друзья, вот это немножко хромает. Ну, ничего страшного, здесь все очень качественно прорисовано. Респект автору, который создал данную модификацию. Кстати, если она вам понравилась, вы можете скачать ее, перейдя в описание под данным роликом, нажать на ссылочку, и, друзья, вы ее спокойно скачаете, где все вам будет ясно. К сожалению, установка не автоматическая. К сожалению. Ладно, друзья, на этом с вами будем прощаться. Увидимся уже в следующем видеоролике, а это произойдет совсем скоро. Ладно, друзья, до скорых встреч.